Восьмилетняя девочка скончалась от полученных травм после того, как в здании начальной школы в Уимблдоне на юго-западе Лондона врезался автомобиль. 10 человек доставлены в больницу, еще 16 оказывали медицинскую помощь на месте. Ранее сообщалось, что среди пострадавших есть и дети, и взрослые. В заявлении Скотланд-Ярда говорится, что инцидент не связан с терроризмом. Ведется расследование. Задержана женщина в возрасте за 40, которая находилась за рулем машины. По словам местного депутата, это был последний день занятий в престижной частной школе. Он также добавил, что в этом районе редко превышают скорость.